Никакого киллера не было. Экс-глава осетинской общины Валерий Кабулов лично казнил водителя главы ресторана в Шешбеш. Об этом Лайф рассказал источник в полиции. По данным этого источника, именно Валерий тщательно готовил убийство. Кабулов заманил жертву в квартиру на Кутузовском. Там выстрелил в него и показал своим сыновьям, студентам ГИМО, выбросить тело в реку. Сейчас все трое арестованы, при этом младшего сына Владимира задержали в начале недели. Ранее утверждалось, что киллером был именно он. А накануне суд главу семейства Валерия и его старшего сына Инала. Сейчас расследование продолжается. По одной из версий, Кабулов и владелец ресторанов «Шешбеш» Мамедов, на которого работал погибший, не смогли поделить бизнес. Чтобы запугать Мамедова, решили убить его водителя, близкого друга уроженца Грузии, выстрелили ему в голову, после чего к ногам привязали гири и сбросили тело в Москву-реку.